Вот и кончилось лето 2023. Я опять совершала броуновское движение между Италией и Францией. Теперь в конце сезона на пару недель осела здесь в Антибе у моря, чтобы собраться с мыслями, догнать чуть уходящее лето. Что же будет на канале осенью-зимой? Как всегда, это Франция и Италия, ничего нового. Что касается Франции, на этот раз Окситания, те места, куда давно стремилось мое сердце. Тулуза, Каркасон, Альби. Эти три города – три главных героя из истории альбегойских войн. До Монсегюра я не доехала, ну и крестовый поход против катаров – не главная тема будущего повествования. Мне просто хотелось поснимать и, главное, посмотреть и попробовать прочувствовать атмосферу этих мест. Душечка Италии. Здесь все как всегда. Малоизвестные и неизвестные города, названия которых вы встретите в исторических романах и монографиях, кино и прочее. К этим городам невидимыми нитями привязаны всем известные личности и персонажи давно минувших лет. На этот раз что-то из пригородов Рима, что-то рядом с Миланом и сам Милан, что-то из Пьемонта и Эмилии-Романии. Не хочу называть города, пусть это будет сюрпризом. Теперь о том, что будет в самое ближайшее время. Первым делом выйдет 33-й выпуск «Заметок на полях». Это будет французский шартер и итальянская Феррара. А также мы поднимемся на купол собора Сан-Гауденцио в Наварре. В рубрике «Детально» надо рассказать о рогатой Мадонне из базилики Сан-Теосторджо. По ней не прошелся только ленивый. Необходимо расставить все точки над «и». Мне даже уже становится обидно за гениального североитальянского художника Винченцо Фоппа. С Галой мы вернулись в Чинищита, чтобы взять интервью у трижды скороносного Данте Ферретти. Ему 80, и он до сих пор на рабочем месте. Тому, кто творит и создает, работа прибавляет жизненных сил, а не отнимает их. Что еще? Идут вперед приготовления к съемкам докуфильма про Альфреда Нобеля. Кастинги все пройдены. У нас звездный оператор-постановщик Джерардо Форнари. Это его потрясающую картинку увидела Европа в коротком метре Лярве. Кстати, тут я многозначительно промолчу, потому что тема эта будет иметь свое продолжение в неожиданном ракурсе. Об этом потом. К сожалению, у меня нет достаточно времени для полноценного ведения канала, поэтому лучше не буду обещать. Что успею, то успею. Пожалуй, в общих чертах я обрисовала ситуацию. Направление понятно, все остальное будет в моих роликах. До встречи. И не теряйтесь в чужих городах. Прошу прощения, дрель – это то, что всегда преследует меня. О, прекратил. Бонжур, месье. На море. Да посмотри. Мы едем на море.